получается, попытка государственного переворота. Почему именно сейчас, почему выбран такой момент? Вы знаете, пока очень трудно понять реальную ситуацию, потому что планировалась отставка руководства МИД, основной разведывательной службы. При этом руководителя МИД планировали отправить послом в Японию, а его заместителя послом во Францию. То есть замена руководства МИД планировалась. Может быть, в этот момент посчитали оптимальным для попытки некого силового вмешательства. Но что удивительно, что армия до последнего времени не проявляла серьезной самостоятельности. Во-первых, шел процесс исламизации. То есть приблизительно до уровня майора уже очень много исламистов служит в армии. Во-вторых, руководство Министерства обороны периодически менялось на лояльных себе. И удивительно, что могла быть вообще предпринята такая рода попытка, в всяком случае она не прогнозировалась. Я думаю, что исключать попытку военного переворота, конечно, нельзя, но пока непонятно, кто ее организовал и с какой целью. Могли, в принципе, это могла организовать и разведка МИД для того, чтобы не дать заменить ее руководство и не дать провести чисто. Поэтому пока трудно понять ситуацию, я бы не стал во всем обвинять военных. То есть вы не считаете, что, скорее всего, это военное, то есть вариантов пока много, а вот чтобы наши телезрители понимали, вот недавно мы видели, как премьер ушел в добровольную отставку, сейчас его место занял новый, вот какой политический расклад сейчас в Турции, вот армия, она больше за Эрдогана, или она сама по себе, она сама за себя, или, может быть, это какой-то еще связанный с премьером?